того, что у нас не было сегодня марша, у нас нет сегодня никаких других мероприятий. Значит, мемориал будет открыт до вечера. И группами до 3 человек, по 2, по 3, то есть кто хочет принять участие в возложении цветов, кто хочет почтить память погибших, значит, в течение дня могут это, еще раз говорю, по 2-3 человека, то есть не устраивать никаких скоплений, чтобы потом не было каких-либо конфликтов с полицией, поэтому мемориал до вечера открыт для всех бельчан. Кто-то может прийти к мемориалу, кто-то к нашему танку, который знает вся страна.